Так и сразу же начну следующую посылку вскрывать. Наушники, да, действительно отличные. Так что ссылочку, как я еще раз повторяю, дам. Прикольные, даже с басами. Продается вообще, не обману, у него в характеристике товара написано. Ну ладно, сейчас не о наушниках. Так, сейчас мне надо вскрыть вот эту посылку. Я, честно говоря, даже не знаю, что там. Потому что я за треками не слежу, они мне нафиг не нужны. Ага. Офигеть. Представляете, очки пришли. Я их неделю где-то назад заказывал. Вот это скорость. Да. Классные очки. Сейчас примерю, ссылочку дам. Вот это скорость, ребята. Вот это скорость. Так, вот это скорость. Охренеть. Ну, такие вот, в принципе, неплохие очки. Да, цвет такой, какой я хотел. Такие вот, в принципе, неплохие очки. Ссылочку дам, уже третий раз повторяюсь. Но они чуть-чуть косоватые пришли. Ну, тут ничего, в принципе, страшного. Носиться будут. Главное, что очко не выпало, как было в предыдущих. Кто не видел обзор на предыдущие очки, я обязательно оставлю в описании. Всем пока, до новых встреч, подписываемся на канал, ставим лайки, участвуем в розыгрыше. Пока.